Через тундру колонны направляются к русско-финской границе. Пересекается полярный круг. Седьмого октября 1944 года на Карельском фронте в области Петсама, ныне Печенга, началась Петсамо-Киркенесская войсковая операция. Задачей советской армии было наступление на поселки Лоо-Цари и Петсама, занятые 19-м горно-егерским корпусом под командованием генерала горных войск Фердинанда Йодля. Карельским фронтом командовал генерал Емирецков, 14-й армии генерал-лейтенант Щербаков. В 8 часов утра 7 октября началась артподготовка. За ней в 10.30 наступление. 131-й корпус в первый же день достиг реки Титовка. Менее удачно развивалась первоначально дела 99-го корпуса. Ему не удалось совладеть опорными пунктами врага в главной полосе обороны. Сделали они это только ночной атакой к 8 часам утра 8 октября. 9 октября перешли в наступление войска генегруппы генерал-лейтенанта Игоревича, располагавшиеся в восточной реке Западная Лица, вместе наибольшего продвижения немецких войск в направлении Мурманска. На левом фланге 126-й легкострелковый корпус под командованием полковника Соловьева успешно совершал обходной маневр и на четвертый суд достиг дороги Петсама-Салмиярви. Вбив контратаки противника, корпус снова начал продвижение. То, что на аэросъемках выглядело похожим на Кольский тракт, на деле оказывалось линиями телеграфа. Тогда немцы сами построили дороги. Понятно, что чужими руками, но качеству можно позавидовать и сегодня. Здесь и в летнее время лежит снег. Согласно документам тех лет, первоначально захоронения советских солдат, погибших при атаках на немецкие позиции, находились южнее поселка Спутник, около озера Кирекован-Ярви. Это удалось выяснить благодаря сопоставлению нарисованной офицером карты с современными спутниковыми снимками. Оленями завозили по снегу лопари, так тут называют полярных аборигенов, народ саамов. Даже век машин здесь, на севере, олени – основная тягловая сила. Они хорошо переносят холод и хорошо идут по снегу. Вспомогательный транспорт – ездовые собаки. И теми и другими охотно пользуются и наши, и немцы. Уже в первые месяцы войны из Нарьянмарской тундры на Кольский полуостров перегнали несколько тысяч оленей. Вместе с ними пришли и каюры – погонщики скота, влившиеся в ряды красноармейцев. Так до конца войны немцы и провоевали против немцев. От Мурманска до Печенги, называвшейся в те годы Петсама, почти 150 километров. Современная Печенга начинается с холма Славы, на котором установлена фигура солдата и танк. Путь от холма до воинского мемориала составляет 2 километра. Их нужно пройти по заброшенной на железной дороге или проехать параллельно на автомобиле. Автобусов или маршруток тут нет.
советской кинохронике сохранили бытовую сторону военной жизни в ледяной стране. Ветер, холод, постоянная чистка огневых позиций от тонн снега. Десятки метров траншей, вырытых прямо в сугробах. Так что радость на лицах егерей не более чем игра на камеру. Психика русских воинов куда устойчивее, несмотря на то, что военно-бытовые условия по обе стороны фронта, конечно, не сравнить. Войны гарнизон полуостровов Средней Рыбачи набрал силу. Больше 20 тысяч солдат окончательно сковали силы противника на Мустапункере. «Воюем на севере, мы помогаем югу», — говорили здесь. Но в первые дни боев перешеек защищало в буквальном смысле горстка бойцов. Основные силы находились на побережье, ждали десанта с моря. Заслон собирались стихийно, из пограничников и артиллеристов, выкатывавших на прямую наводку орудия зенитки. Тот 27-й легкострелковый корпус под командованием генерал-майора Жукова ночью овладел аэродромом в Луастаре, а затем совместно со 114-й дивизией 99-го корпуса очистил этот населенный пункт. Петсамо был окружен со всех сторон, так как с востока подходили морская пехота и соединение группы Пигаревича. С юга наступал 131-й корпус. На западе контролировала обстановку 72-я морская бригада, а с севера угрожал десант Северного флота, овладевший 13 октября гаванью Лии на Хамаре. Средней Рыбачи было просто жизненно необходимо. Полуострова защищали Кольский залив, где укрывался Северный флот, главный страж советского Заполярья, и куда приходили конвои союзников, известных по аббревиатуре ПИКЮ. За годы войны Архангельск и незамерзающий Мурманск приняли 78 торговых караванов из Исландии, Шотландии и Англии. Это около 1500 судов с военными грузами. Во время заключительного этапа Петсамо-Киркенесской операции силами 181-го особого разведывательного отряда Северного флота проводилась операция по взятию порта в районе населенного пункта Лии-на-Хамаре. Укрепленный немецкий порт прикрывали мысы Крестовый и Романов. В гранитной основе мыса Крестовый немцы оборудовали различные укрепления, блиндажи, огневые точки, бункеры и окопы. 1 ноября Петсамо-Киркенесская операция закончилась взятием норвежского Киркенеса.
Лейтенант Лоскутов корректировал огонь артиллерийских батарей в течение нескольких суток, находясь практически на вражеских позициях, а потом вызвал огонь на себя. Все это происходило здесь, на каменистых сопках у подножья мыса Кунтри. Битва за Арктику подходила к концу. Хребет Муста-Тунтри, порт Лина-Хамари, полуостров Немецкий были захвачены в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 44-го. Заполярье снова стало советским. За это была заплачена страшная цена. Десятки тысяч погибших, тысячи пропавших без вести. Тело на братской могиле близ поселка Печенга, Петсама, установлено в 1967 году, когда сюда были перенесены останки павших в боях советских воинов. Авторы монумента – Плискин и Липатов.